Привет, ребята! Сегодня мы будем играть с героями из мультфильма «Фиксики». Мама Дим Димыча права. Когда играешь в футбол, баскетбол или хоккей, очень важно не терять из виду игроков своей команды, чтобы вовремя сделать точную передачу. Не зря эти виды спорта называют командными. В них не так важно, кто именно забил гол. Главное, чтобы мяч или шайба оказались в воротах противника. Точно выполненная передача игроку своей команды – это залог успеха. Потренируемся? В этой игре тебе нужно будет запомнить расположение игроков твоей команды. Они одеты в форму белого цвета и будут появляться на короткое время вперемешку с игроками другой команды. Сможешь запомнить, кому сделать передачу? Правильно, вот этот игрок одет в белую форму. Ему можно сделать передачу. Все понятно? Или повторим еще раз? У тебя все получится, смелее! И начали! Правильно. Точная передача. Правильно. Иногда рядом с воротами могут оказаться несколько игроков твоей команды. Сможешь найти их всех? Небольшая подсказка. Следи только за своими игроками. Верно! Правильно. Верно. Еще немного усложним задачу. Сможешь найти всех игроков в белой форме? Правильно. Точная передача. Верно. Молодец. Ты справился с заданием. Тренируйся регулярно, и с каждым разом у тебя будет получаться все лучше и лучше. До скорой встречи! Хочешь сыграть еще раз? Или выйти из игры? Молодцы, ребята! Вы мне помогли справиться со всеми заданиями. До новых встреч!